Так, ну что, Су здесь, ждем хера, ребят, я стоп-старт сделал, скоро. Скоро все будет норм. Что, за харстом Вардия извиняется, но сейчас начало будет вообще. Все, ребят, игра началась. Запись ставить не обязательно, здесь на YouTube можно было выложить. Ё-моё, ничего себе, усу рабочие такие адские. Пинг у меня нормальный, но кто-то явно лагает, блин, если честно. Ну, по никнеймам понятно, кто есть кто, что Хира здесь, это Хира, вот здесь вот написано Су. Так, карта Black Pink. Черно-розовый. Или черный-розовый. Кусали рабочие пробку. Ну, пришел Хира, разведал билд. Су понимает, что происходит. Самого стандартного Нексус пошел после гейта и газа. Илон гейт газ Нексус пигевернатчику. Во второй газ. Сейчас стенку Хира да закроют в перспективе. И я вижу прокси какой-то ставится. Что это будет, я даже не знаю. Пробка на патруле, видимо, Хира хочет заметить, когда Су вторую бы, третью чембазу закажет. Су, вообще у него все на скинах, как вот, линги королева дрона. Минус пробка, ребят. Да, стоялся, ё-моё. Очень грамотно Су сделал. Он не стал пробку сразу кусать, он за спину забежал и начал ее кушать. Третья хатка пошла. Надо крип тянуть сейчас. Пока что стандартно достаточно игроки играют. Даже овер какой-то шипастый. Все шипастый стиль, короче, усудить.
А у Хира прокси Старгейт, как вы видите. Ну, очень важно, что сейчас Оракулу получится сделать. Блин, этот овер, похоже, как морфит, как будто он с дроп-овера. Важно, что Оракулом сделает Хира. А там спорка на мэне, поэтому навряд ли он что-то сделает. Она уже будет готова к прилету Оракула. Ну, строится второй, двумя можно будет подкарасить. И дома плюс гиты, твайлайт. Роба нет. Овер в наглую улетает по мейну. Феникса, не знаю, будет добавлять хира или нет. Вообще надо бы добавить, конечно, чтобы позбивать овера. Супернова, блин. Заказаны глефы. Три адепта Хира в арте, чтобы подбить Нексус третьим. Кстати, он отобьет. Хотя, что-то поразваливал тут у адептов Хира. Позицию Хирвиш занимает, так что тяжело отсюда выбить. Еще два адепта. Но это героический адепт, который долго держался и отбил фактически атаку. Ну и продолжается раскачка экономик. И вообще я должен сказать, что на этом турнире по правилам все матчи должны быть сыграны везде. То есть это будет 3, но если кто-то 2-0 поведет, будет еще и третья игра отыграна. Это уже не будет рифт получается, а хз что. Ну ничья не может быть, как бы, но счет может быть 3-0, может быть 2-1. Все. По-другому быть не может. Ну, в разные, в пользу разных игроков получается. Что в одну королеву убить, Хира сейчас два оракула просрал. Это было не вот так вот явно. А как совсем не очень. Адепты с глефчиками пришли, Вейлингов купили сейчас. Не стал телепортироваться адептами на вторую. Понимает, что там Бейны, это опасно. А Бейны вот сюда заходят. Надо сплит делать. Но тут не сплит, тут адепты затанчили, которые спереди стояли. В итоге просто... Просто жесть. Уж, по-моему, это уже 1-0 в пользу Хира. Су как-то не смог здесь... Хотя нет, еще рано пока хоронить, но... Плохо, все очень-очень плохо. Адепты на мейн зашли. Проба просто фокус идет конкретный. Дронов, точнее, не пробок, рабочих. Гидра пришла. 21 рабочий Хиро уже выпил. 23, 24. Еще и 25-го на второй базе адептик минуснул. На 20 рабочих туги разница. 61, 41. Хиро плюс 8 гейтов. Давай, коти 8-то. Сколько у него вообще суммарно гейтов? Ничего себе. И что это? Все масса адепта, что ли? Похоже, что да. Ну, Хиро не стал париться. Он просто говорит, что тут париться-то? Меня адепты, у тебя собаки с гидрой. Я делаю больше гейтов и больше адептов. И все у меня хорошо становится. По-моему, на такое количество гейтов с трех баз ресурсов не хватит. Потому что у Хира уже 9. Еще 2... А, 11 гейтов. Не, ну на 11 куда ни шло, еще может хватить, в принципе. Адепты на вторую приходят. На мейн телепорт. Попытка дронами адептов подбивать. Это всегда какая-то унылая попытка, по-моему. Филд на рампу. Королев подрезает двух куч Хира. М3 отводит. Гидра снизу еще бьет неплохо. Еще с М3 адепта давар. Ну тут теперь уже точно все. Потому что так в итоге Суи не зайдет к себе на мейн, чтобы его отбить. Здесь очень много энергии, очень много филдов.
зашел, пару генералов отдал, вот, в общем, как печально. Вот часть рабочих смыклась, конечно, 10 штучек, немало, но все равно. Су уже тут перевозит по чуть-чуть на мейн, так поздно уже здесь ничего не сделать, очень. Адептики тут запрыгивают. Отбивает их, конечно же, Су. Но в это время четвертую хат Фира разобрал. У него Шторм Чаши Мортлы просто, ну, гигантское количество юнитов. Так, попытка проатаковать. Прижгло просто. Ну, блин, ребята. Зашли слишком жестко адептов. Врыв, конечно, от Кира. Это все это решало вообще. Хотел я вам вот сконцентрировать внимание. Смотрите, там не шалите. Руки над столом держите. А мы Кира суждем вторую карту, ребят. Так, а шоу матч-то там до скольки, кстати, побед? Где браток Брюс играет? Мне вот интересно. Чё-то с хостом не спеша здесь. Не знаю почему. Так, а как вторая карта? Пытаются выяснить, какая вторая карта, игроки сами не знают.
Вроде что-то сейчас создадут. Что-то. Так, прыгаем в игру, ребят. Я извиняюсь, конечно, но я-то тут вообще ни при чем. Сначала подвел Харстом, опоздав. Вот. Теперь что-то просто тупеж какой-то происходит. Такое бывает. Все, ребят, наконец-то карта номер 2. И пришел тот кое-кто красавчик такой. Кто это такой пришел? Это Чарлик пришел сюда. Один ноль хира. Кстати, лучше вот так вот оставить, так хоть видно вообще. Так, ну что, ФПНчик. Пилон Гейдас Никс, Кибернетка Хира, да он по-другому редко играет-то вообще. Так, в Twilight Hero играет Пилон Гейдас Никс, Кибернетчика, стандартная в Twilight, Acid Plant, карта какая-то, не знаю. УСУ, с адрес П, 5 часов и 11, УСУ. Какого-то он цвета розового необычного, ну как в предыдущей карте. СУ вторую хату ставит, вам третью. Четвертая тоже тут относительно недалеко базы, и пятая. Ну, кстати, нечто подобное. Ну, по структуре на глубоководный риф не похоже, но 5 баз здесь, ну, очень быстро можно взять, на самом деле, вот. Вот до сюда вот эти вот.
Хотя, если оппонент 5 возьмет, посмотрите, между этой и вот этой, просто, ну, нереально мало расстояния. В общем, ребят, вы видите, раскачивается су. Рабочие строят скорость с собаком, рабочего урона нет, беллинг-неста нет пока, может и не будет, ничего. У Хира же пост Твайлайта Даркшайн робот, то есть это Архона Харас, Дарк Харас. Со скольки гейтов, не знаю пока. Четырех. Нужно призму заказывать. Сейчас нет ресурсов пока. Нету минералов у Хирочка. Вот сейчас появляются и призма поперла. Доделывается варп. Ну, призму-то, конечно, как-то вот по такому билду пораньше бы нужно иметь, потому что тут сейчас 20 секунд до Даркшайна, да когда призма еще 20 секунд было примерно. То есть призма только вот отсюда отлетит, а дарков уже можно будет варпить, и это значит, что так себе готовность призмы здесь. Мне кажется, надо на этой панельке геймхартовской выводить сюда не только время до того, как грейды доделываются, но и все здания, и юнитов тоже. Тогда, правда, она весь экран может занять в какой-то момент. Ну да, вот 4, да, траварки. Не очень это будет выглядеть. Ну что же, дарки. Все вперед летит. Тут гидроден. А дальше в чаш переход, ну да. Призма на мейн поперла. Да, идет на мейн призма. Блин, ну нарубил Хира очень неплохо. Рабочих здесь, конечно. Чардж и Иммортал, это все очень интересно. Но Хира почему-то решил еще и Иммортал отменить. Почему, кстати, он это сделал? Я не пойму. И почему у него до сих пор 4 гейта, если он собирается... А, вот Никс пошел. Нет, сначала Некс, потом уже гейты, видимо, будут заказаны, иначе просто работать это не будет. Две призмы, Харас. Вторая призма на второй базе, стилки выпрыгивают. Архоны на мейне бьют здание, ему. Что ты делаешь, Кира? Наконец, до рабочих добрались. На второй собрался, улетел. Главное, хоть призму спас, и то хорошо. Архоны продолжают атаковать, надо загрузиться. Одного Хира уже отдал. Второй. Три дрона с плэшом забрал. Надо пытаться свалить. Хира пытается свалить. Здесь есть, да, позиция, где можно сныкаться. А в это время еще 4 дарка доварпились. И не смогли защитить призму, зато гидру смогли развалить. И уйдут домой. И там Нексус у Хира. И здесь надо свалить тоже. И здесь сваливает, соответственно. Ну все, все нормально. Правда, су лимита больше боевого на 20. У него гидры уже, наверное, штук 20. Нет, я соврал, он 12-15 гидра, риск 4 гривны. У него королева еще боевой лимит получается, который, естественно, в атаке ничем помочь не сможет. Если улынить идти, то можно и королеву взять, но при резкой атаке это как-то, ну, не работает. Пока королева дойдет полгода, пройдет просто нереальное количество времени, это займет все. Опять тут призмы что-то летают. Опять Хира пытается захарасить. Ну и вот минус Архон один будет. Чуть еще призму одну не отдал. Надо улететь и куда-то. Че он висит здесь, вот я не пойму.
Продолжается движуха, ребят, у базы на СУ сейчас. У СУ на базе, простите, что я гаражу. Теперь меня грибочек съел. Сейчас с картошечкой, со сметанкой, ты мне еще это сон аж потянуло. Реально, как-то после ГСЛ финала самочувствие высадит. И Архона, Архона не высаживает, Дуги один только с зилками. Остается братюня здесь. Начинает шатать, по гидре удар серьезный наносится. Гидры много, кстати, развалили здесь юниты эти. Ну все, больше ничего не получилось. А, вот последнего еще минуснул зилок. В это время Хира выход делает какой-то. Ставить пытается четвертый Никсус. Да, варпа хорошая. Ох, люра на муве. Просто 4 люркера на муве сейчас Хира забирает. Это совсем неприятно. Он не хочет с ней в лоб драться, на самом деле. Минус пробочка. Да нет, это не новый баланс, но новые карты, я так понимаю. Потому что в новом балансе что там все изменено должно быть. Зилки везде, на второй, на третий, на мэйне. Везде шаталити идет. Ну, СУ пока выживает, но уже Хира перевернул, лимит у него больше значительно, чем у оппонента. Какой-то жесткий выход уже тут. В котором 8 иммортлов, 6 центрей, 2 архона, 4 пси-штормовика. Нет, 6 даже штормовиков у некоторых. На 2 шторма энергии. У них не у всех, я так понимаю. Да, вот у этого, например, на 1 шторм пока еще. И еще иммортлов Хира дождался, кстати, 2 штучки. Да, десятка их становится. Не, ну такой микс уже, я не знаю, Зергу, что с ним делать. Ну, Хира нужно подумать, с какой стороны ему зайти-то. Пошла атака, ребят. Штормы заходят адские, конечно. Чистит крип Хира, ребят. СУ не просто не сдается, у СУ уже рабочих больше. 4 в 4 бас ситуация. Хира вынужден флит бикон уже заказать, понимая, что так лоб-то здесь не просто будет давить. Заходит сверху, штормы падают. Красавские вообще. Хату на 12 Хира покусит и отступает назад, понимаешь, здесь нечего больше ему делать. Что происходит за херня? Че я не в очках-то выскочил сразу? Что-то не боевое летело. А как истинный любитель авиации, я не мог не посмотреть.
Извиняюсь, что отвлекся. Ребят, замес какой-то лютый просто здесь происходит. Хиро, конечно, в плюсе по лимиту, но он умудрился в той движухе немножко подслиться. Хотя вот контрагрессия идет, очень-очень она неплохая идет. Тут Су пытается давить, но без шансов. Здесь имморталы, здесь архоны, здесь ГГ. Так, что-то в этот раз без боевого почему-то. Странно это все. Третья карта сейчас будет, ребят. За полеты? Запад 2017, я так понимаю. Истребители летают, ёпарасота, я и не вижу ни хрена. Походу в этот раз не через город заходили. Бля, как-то я сегодня все пропустил. Ну что, ребят, 2-0 Хиро. Но три карты, все будут сыграны, естественно. Что-то как-то в этот раз то ли высоко они заходили, то ли хз вообще. Вот. Ну что, ребята, что за карта-то у нас тут? Абиогенезис карта называется. Что если это спуск такой ко второй? Третья, вот она на четвертую. Тут вылезать еще надо вообще.
Так, два адептика вперед, ладно, сейчас со стороны Хира гляньте. На секунду, да, вытянусь последний разочек. Рожденные выстоят! Разработка завершена. Так, что-то там баражируют они все. Но далеко не могу, короче, я на, ну, заметить, если честно. Вот. Бля, знал бы, конечно. Ну, хотя, ой, финал ГСЛ у нас нет. Сегодня хорошо, что я никуда не поехал. Ну-ка. Противник атакует рабочих. Слышу, но не видно ни хрена. Может, завтра что будет? Надо бы узнать. Может, сгонять. Варик будет смотреть. Что у нас в игре за ситуация? 42-37 по лимиту. Опа. Хороший контрдок со стороны СУ. Собаки бегают, очень сильно грызут везде все. Третий Никс отменил. Второй пока живой, но овер тоже живой. Собаки смогут продолжать, но здесь, смотрите-ка, здесь. Здесь у нас глебчики, между прочим, присутствуют. Контррыба от Хирыча адептами будет. Собаки, кстати, не долетают тупо. Это, по-моему, ГГНчик СУ очередной. Королева успешно создана. Это жесть. Что я сразу-то не знал, что будет сегодня такая движня. Авиационная прямо-таки. Пытался Хира контратаковать, но там бейлинги были у СУ, и не получилось у Хира пробить ничего. Ну, кажется, он собирается продолжить, или нет? Нет, 6 гейтов, 3 Нексус. Сейчас зилки, все штормячки еще будут добавлены, и
Можно чардж заказать, кстати, будет. Оракул минус, не надо было этого делать, но тут уж ничего не поделаешь. Так, плюс еще два Нексуса. Два гейта на третьем Нексусе. 8 гейтов будет. Архонами Кирыч харасит. Больно королевам, но трансфьюзы подрешали сейчас. Так, 127, 104 по лимиту, ребят. Подкарасил Хиро, в общем, какие перспективы. Только что он недавно буквально отставал очень жестко. Суеву прессовал, я всю эту игру отвлекаюсь, потому что авиация здесь летает, в том числе и тактическая, там, истребители какие-то. Но далековато не вижу, а мне всегда это интересно. Минсу решил прессовать. Но по боевому 96 на 62, чуть ли не 40 лимита зерга в плюсе. Бейлинги качество, сделки уничтожены, одни имморклы остались. Штормы, конечно, есть у Хира, и они неплохо и демеджат, но их явно недостаточно здесь штормов. Сделки, кстати, без чажа, это совсем плохо. Это 2-1, ребят, Кира пишет, что он победил, но со счетом 2-1, а здесь все карты играются. Сейчас Сварди скажет, на каком сервере продолжение, значит, здесь или на другом каком-то. А, или одновременно часть игр там играется, походу.
Так, ну пока мы ждем, что дальше будет. На секунду отвлекусь, я посмотрю, что там у нас. Ну, придется хоз ждать. А вот игумича я вижу здесь. Так, кто следующий вообще у нас? Зубная паста Colgate Total. Заткнись, пес. Хирогумич, видимо, сейчас будет у нас. Да, Хирогумиху, Гумиху Харстом. Потом Сугумиху, Сухарстом. Короче, в конце Харстом еще будет. Все, прыгаю в игру. Thank you.
Так, ну что же, Гумич против Хира. Давайте смотреть, это будет 3. Неон Вайлет, что-то там карта у нас. Последнее время что-то Гумих вообще слабенько отыгрывает. Посмотрим, как сейчас отыграет. Так, ну и зелок заказан. С мейна играет Хира, здесь барак, точнее, да, погодите, это барак Газ у Гумиху был в ЦЦху, видимо, во второй барак, тут достаточно ранний стимул. Хира стиль в 2 газа с мейна Старгейт, видимо, и переход в Никсус потом. Бустится Мазеркорчик. Больше пока ничего не бустится, насколько я вижу. Вторая пробка у Хира вперед выдвигается. Но это понятно, что он хочет запилонить рампу здесь. Насколько успешно он получится это сделать, пока вопрос. Зелок с рейпером разминулись, кстати, это очень хорошо. Мазеркор вперед вылетел, адеп тоже сейчас будет в наличии. Ну а задача Гумиху проверить, если Нексус. Нексуса нет, соответственно. Надо вперед вести адепт, сейчас все равно второй позже будет заказан или не будет. И пока что вообще ничего не заказывает. Немножечко отстает Мазеркор. За секунду до готовности уже 71 из 71 Хира успевает отменить ЦЦФу. Вот это фейл, ребята. Он решил ее полностью отменить. Боюсь, что это неосуществимую какую-то задачу он перед собой ставит вообще. Хотя не почему. Два оверчажа и нет ЦЦФу. Зато Гумич по максимуму время тут протянул. Еще и депоку Кира умудрился встретить. Ну, молодец, так и надо действовать. По максимуму стараться все сделать. Залетает, так, Оракул мейн уже харасит. Там туретка стоит. Два рабочих он убил. Второй Оракул разобрался. А нет, адепт разобрался с рипером на мейне. Нексус ставится. Ну, очень все хорошо, пока Хира делает. По-моему, очень неплохо он Гумиху понапрягал вообще. Так, 3-4 рабочих минус, но Оракула сольет Кира. Ну вот, я не знаю, действуешь сверхагрессивно, ну тогда иди до конца. Может, еще больше надо было фокусить, либо вообще забить кого-нибудь, пару рабов убил вначале улететь. И терять Оракула. Дропчик циклонов, ребят. 2 штуки. Я бы не сказал, что от него много что-то зависит. Хотя нет, от него многое зависит. Если этот дроп нормально здесь наубивает, рабочих минуснуть получится, то может здесь Гумиху и закомбэчить. Потому что лимит пока равный вообще. Пока что он убил пилон сталкера и больше ничего особо он не убил. Да и отбиться так циклонов непросто.
Неплохо с одним циклоном все-таки справился. Хиро, вы сами все видели. Фениксом напрягал медивак, чтобы он, ну, чтобы Гумихо дропнул все. А потом Оракулом ждал энергии, когда она появилась, одного добил дэмэджного циклона, второго поднял Феникс, потому что он не дэмэджил Оракула. И сам выходит уже в третий Нексус Хиро, 40 на 28 по рабочим, плюс Сентри, 3 гейта, здесь пилон установлен, делается блинк, уже почти, кстати, готов, делается форжа. Нужны гейты новые, мало продакшена, робо пошло вообще. Ну и после всех этих движух Гумиху выдвигается вперед, у него стим плюс один, два танка. Щиты, правда, вообще наглухо отсутствуют, я не понимаю, что он без щитов вообще собрался там делать. Продакшн. Я еду. И он хочет прийти и подблочить вот отсюда, вот второй Нексус, соответственно, и не дать Хиро развиться далее. И ведь действительно у него юнитов-то тут... почти нет. Так, агрессивный пар, блин. Один танк поднял, второй тут насовал просто дамага. Мазер кусагрился, улетел, минуснулся вообще в план. Третий Никс вообще без рабочего, только сейчас Хиро начал раскачивать. Так, ну пытается Хиро держаться, блинкается там агрессивно даже как-то. Есть у него и Guardian Shield. Но Нексус не спасти в это время, правда, Оракул контролю делает. Че себе? Со второго-то Нексуса, допустим, на третью могут пойти рабочие добывать. А здесь-то кто, что будет? Кира идет отбиваться. Отбиться-то отбился, ну как у Бога он здесь дрался. Да сразу вот в такой ситуации, как только ты начал драться, танк попустил, он флешем раздает, тем более бонусом по сталкеру. Как можно, блин, игнорировать танчик при таком раскладе? Я даже хз вообще. Отогнал Хиро Гумиху, мародера там минуснул еще одного. Темно. Карта темная. Поэтому и темно. Ух, две минки на мэйне сейчас перезарядятся. Сейчас будет бабанчик. 7 пробок минус. Еще провал. Один. Ну и Гумиху медленно, но верно, вот эту игру забирает себе. Я думаю, что очень скоро Хиро ЭКГ напишет, даже потому что дроп вот этот двойной ему будет очень тяжко отбивать. Именно опять Гумич. Дропом в этот раз. Иммортал, куда он стреляет, Иммортал, не понял. Куда б не стрелял Гумиху, это не понравилось, он его зафокусил, зафокусил сталкеров, зафокусил Оракула. Марик, два мародера, но ФГГ, ребят, остался вообще.
Так, есть ставочки на Лион и Спорте. Кстати, на данный турнир. Вот так вот. Прыгаю в игру. Сейчас еще две карты здесь и потом далее будет вообще. Ну что, погнали, ребят. Карта номер 2. Вторая карта, ребят. 1-0, точнее, Гумиху. Defenders что-то там. Что за карта, кстати? Где название-то посмотреть? Какие-то Defenders. Но не высадка защитников, Defenders Landing, а какие-то другие защитники. Так, погодите-ка, ребят, во-первых, холодно, надо прикрыть дверь. Кажется, опять тут полетело. ТСМ готов! Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. ТСМ готов. Ладно, хорош вообще. Плачет. Верди в углу, Верди в угол поставили, он плачет там стоит. Ладно, шучу. Не знаю, кто там что плачет где.
Ну что же, ребят, вторая карта точно не последняя. Здесь бот 3, но если даже кто-то 2-0 идет, играется третья всегда. То есть 3-0 получается, может быть, в чью-то пользу. Так, ну Оракул 3 КСМ сжег. Кира, но это пока что все. А тут Фениксы строятся, плюс 2 гейта заказано. В перспективе будет, конечно же, Глефан, видимо. Может и не Глефа. Третий Нексус, все стандартно. У Гумича танки плюс био. Опять какой-то выход он планирует хитрецкий тут сделать. Ну а Хиро кидает ревелыш, старается это засечь вообще. Ну, сейчас адепт Рибера минус. Сейчас, успокойся ты уже, а? Телепортация завершена. Перворожденный. Телепортация завершена. Ничего-то не видно, ни хрена боевого. Перворожденные выстрелы. Не, ну здесь изи как-то, по-моему, для Хира будет оборона. Или нет? Танчик до адептов достает, что Хира вообще делает, ребята. Казалось, так ворвался, но танк этот не дэмэдж дилером был. Он танковал именно, он прикрыл мариков от адептов и заминусовал что-то тут Гумиху вообще все, по-моему. На стимпаке на своем вообще. Еще один Феникс минус, Гумич опять прикрывает танком здесь. Адепт разбирает, разбор полетов ему устроил. Еще одного Феникса минуснуло, адепты падают. Марики спешат сюда с прироста. Их не очень много идет, но они подходят понемножку. И щиты здесь делаются, и туретки здесь строятся. В этот раз на Глефов уже адепты. Да, похоже, в этот раз на Глефов адепты. И все равно, посмотрите, все равно Гумич здесь позицию закрепил за собой. Туретка есть. Марики все новое и новое подходят. Минки. По танчику минка влепилась. Здесь сразу же один адрес минус. ГГ Хиро пишет. Такой вяленький казался фушек, но увидели. Гумич на месте и дома не сидел. Он развивался. Третью карту ждем. Хоть побыстрее все начало здесь происходить. Это хорошо. Нужен хост.
Вот и хост прыгаю в игру, ребят. Отлично, Нвард зовет меня. Раньше, чем я прыгнул. Какая-то хитрая кадра. Dogs Garden. Собачий сад какой-то. Что за собачий сад? Да, Димас, привет-то я могу передать, только он хреново поймет, даже по-английски, поэтому смысла я в этом не вижу никакого. Так. Ток сел. Реально сегодня полетов дофига. Так, ну что, газ-барак, Крипер, Цутехов, Октагович. Хиро решил сыграть, как он любит, с двух газов с мейна в Старгейт. Dogs Garden карта у нас. Так, Нексус пуск. Здесь третья, прям под мейном сверху можно обойти. У Тирану, кстати. Поставил здесь третью танк, поставил он здесь. Он стреляет далеко, простреливает. Здесь третья. Извините. Тоже через низ переход. Интересный такой. Фух. Ну и бустанец Оракула идет.
Ну, неплохо оракул пролетел. Два рабочих и минус му. Два марика тут заплутали. Так, а минки нет, что ли? Чуть не понимаю. Хиро улетает, кстати, видите, за мейном находится. А, это вот обойти еще сюда тоже базу. Кстати, интересная такая тема. То есть это лоу-граунд, но к мейну близко очень находится. Так, фаржа от Вайлайт, думаю, 3. 38, 30 по рабочим. Это 3. Как это, блин? Тут меняет все местами. Три барака. Старпорт факта сейчас заработает. Пять зданий. Стенка какая-то убожественная, нагромождение зданий. Посмотрите, проход только здесь. Чтобы сюда пройти, надо все обходить. Здесь узко очень. Блин, не понимаю, зачем Гумнов так делает вообще. Это не так он, по-моему, здесь все делает. Опять хиромейн прилетел. В это время адепты плюс приходят. От Гумиху как раз двойной дроп ушел. Нет, это карту Хира все-таки возьмет. То есть у Хира 3-3 по картам. 2-1 он выиграл Су. 1-2 проиграл Гумиху. Здесь уже понятно, что проиграл на самом деле. А там 23 рабочую Гумичу забрел. Так, 58-95. Ну, как-то в третьей игре изи для Хира было, вы видели все сами. Предыдущие две он проиграл, и было ему очень непросто. Сейчас будет, видимо, с Харстомом матч начинаться. Главное, чтобы Харстом был на месте. Оптимус. Заменили Харстома на Оптимуса, кстати говоря.
Так, на американский сервер надо идти. Все, Оптимус тут. Так, ну что? Рекламу пилю, Гумиху здесь вроде как, сейчас Гумиху Оптимус, я так понимаю. Ну, Оптимус Харстом, если мог бы сопротивляться корейцам, то, мне кажется, Оптимус... Хотя, не знаю, какой у него сейчас уровень, мне кажется, его уровня явно недостаточно, и... Тяжеловато ему будет здесь что-то проявить, вообще как-то себя проявить хорошо, но... Не стоит вперед забегать. А на хост стоит зайти и посмотреть, что будет просто. Кончилась что-то авиация. Ладно, давайте StarCraft осмотреть. Единственное, что-то чай меня напросился, надо бы отойти вообще.
Так, ну что, ребят. Текс, ну что же, ребят. Гумич Оптимус, очередной бот 3, где будут сыграны все карты. Три имеется в виду, независимо от счета, если 2-0 даже будет. Ну и пока более-менее одинаково развиваются вообще. Так, доделывается барак, сейчас пойдет. Орбиталка, факта, сразу же надо заказывать факту. Ну и по риперу пошло. У Гуми хомячка другой был билд, у него газ более поздний был, и, соответственно, у него и факта будет более поздний. Он может и с реактором зато факту в перспективе сделать. А здесь что? А здесь Гумич приехал на разведку. Спалил билд Оптимуса. Куда-то рипером даже вперед полетел. Зачем? Тут уже циклон первый заказан. Второй рипер сейчас будет готов. Главное, Гумиху своего первого не просрать рипера, и будет что-то нормально. Ну, Оптимусу тоже лучше поаккуратнее быть. Опа! Гумич прорывается своими риперами к Оптимусу. Да зайди ты к ним в тыл, убей ты их, ё-моё. Хорош, минус 2 рипера. Очень неплохое начало. Сейчас еще 2 циклона с медивахом будет и далее выход в баншу. А ведь может Оптимус здесь неплохо проатаковать. Причем с виндиваком-то можно разводить, и причем разводить как? Так, чтобы и риперы заскочили с другого направления на мейн, например, а ты дропаться будешь на вторую там базу, я не знаю. Либо в лоб проатаковать циклоны плюс риперы, я думаю, вот вариант самый такой оптимальный. Куда они летят? Только сюда крампи и летят циклоны. Ну, прям на мариков дропнуться, риперами зайти сбоку, как бы, и нормально. Так, Оптимус первым будет принимать, что Гумича циклонов продамажил. Но испугался викинга и ушел в другом направлении сейчас резко. Какой-то боязливый этот Оптимус, не знаю, по-моему, мог... А, он хочет, все понял.
Нет, он все правильно делает. Он хочет с Баншой сейчас атаковать. И решение очень интересное. Почему? Потому что разводка хорошая может получиться. Но здесь первый танк уже готов. У Риперу бабах этот танк делает. Что у нас Банша? Банша на майн залетает. Вот Оптимус. Вот здесь висел, мог выйти из ренжа скана, и Банша бы выжила. Пришлось второй скан Гумичу тратить, но он не успел этого сделать. Зато с циклонами приходит разводочка здесь такая неплохая. Танчик плюс циклоны идут вперед биться. Да минус. Чуть он контролера тут рубил, типа. Увел все. Вот этого бы минуснул, и танк минуснул. Здорово, Акерыч. Ну зато, ну, все здесь увез, и четвертый на муве с точки сбора едет просто и пиши пропало. Падает, естественно, уничтожен. Так, тут интересно, Гумич, Банше на хвост сел. То есть он собрался ее убить прямо. И все бьет чертяга. Но тут 4 циклона и... Ну, скан потратил, конечно, из-за вот этой неровности у нас с Оптимус, но... За Баншу отомстил. За Баншу ответил. Циклонов нужно вытянуть всех. Вычинули там общем циклонов. Но Банша продолжает харасить, по крайней мере. Да, кстати, так себе захват, мне кажется, Банша успевать. Нет, на грани ранжа скана. Успела выйти. Не успела все-таки выйти. Добил в итоге Оптимус. Ну что вот это такое? Возьми ты три рабочих через шифр. Раз, два, три и сюда. Все. Так, бродяги. Здесь какая-то движуха идет. Гумич вперед к Оптимусу едет и пытается его сбрить, между прочим. Последний играет в мех. Оптимус. У него третья ЦЦ-ха уже. Гумиху только вторая. То есть Оптимус ведет в этой игре и ведет очень уверенно. Как очень уверенно? Впереди по лимиту. По эко впереди вообще. Пристройка завершена. Разработка месторождения минералов выработана. Чалик. Улучшение командного центра завершено. Не надо меня пугать, ребят. Ну что ж, марики на стиме на третью базу приходят.
Минус один, второй танк засиджил, все везде засиджил вообще. Так, опять тут гелики гоняют, ребят. Сто пятьдесят два, 146. Что-то меня беспокоит уж очень сильно грейды Оптимуса. Почему? Потому что у него даже 1-1 не заказано, только армори доделались. А у Гумиху уже 2-2, более чем наполовину готовы грейды. То есть Гумиху придется 0-0-2-2 драться, точнее Оптимусу. А это совершенно печально. Но в лоб пробивать мех даже с такими грейдами вообще проблема. У Оптимус только вообще инвиз, эти инженерка есть. Вот туретки здесь, если так ставишь. Блин, дальность сделаем, и вообще они будут разваливать в хлам. Так, хара с геликами так себе зашел. Оптимус в четвертой базе двигается. Нададим им жару. Унгер нами поддержал ваш канал на 120 рублей и сообщает. Сантехник, у вас у Быкадорова называли фломастером, потому что он работает только тогда, когда его заправит спиртом. Анекдотов точка нет. Андернейм. Анекдоты за 300. Так, почти 120. Оптимус 72-73, парабам, вообще близкая ситуация. 1-1 доделывается. Но 1-1 мех против 2-2 био. В принципе, неплохая ситуация. В общем, там через верх идет. Куда он пошел-то? Танки в сич. Сейчас залп и минус все. Тут Гумихо будет вообще. Буквально за залп Оптимус откосил за 25 лимита Гумихо. Это было совсем еще. Гумихо пытается в размен навязать Оптимусу. Оптимус сидит танки тут в шахматном порядке. Ну планетарка-то вообще не прикрыта. Че он? Какой-то Оптимус тугой. А что он там танки-то разложил? А планетарку кто прикроет? Заходит Оптимус на вторую, на третью. А здесь на муви слил все вообще до... Вот это балбентик Оптимус. Викинги садятся. Все садится. На мейн бы зайти. На третий унижают колбаты. На второй унижают. Сейчас Оптимус может назад вступить. 2-2 грейда закал. Ну, здесь четвертая, кстати, база есть у Гумиху. Гумиху решил отступить. Короче, у Оптимуса есть шанс вообще хороший взять все и до... Да, я почти. У него даже есть шанс здесь торов добавить, по-моему, к этому миксу у него есть. Гумиху принимает бой, его просто разносит сейчас. Танки. То есть даже в этой ситуации Оптимус разменивается. Если не в плюс, то неплохо, я бы сказал. Ну, посмотрите на лимиты. Неожиданная просто победа Оптимуса. Для меня лично неожиданно, для кого-то может быть и нет. Я холбаты, кстати, модные такие, да? Прикольно этот скин выглядит.
Так, а здесь торы сверху еще. Бат по 19, танчик ждет, просто стоит такой. Опять гелики заехали. Ну, здесь гуми готов, конечно, к остальному харасу всему этому. Он гернами поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает. Чисто тебе, Серега. Спасибо, Андернейм. А чё этот? 120 не мне было, а кому отдать-то тогда? Шутки шутками. Спасибо тебе большое. Ведь тут либераторы танки как-то криво пришел здесь, честно, Оптимус сначала. В итоге танчики все отдал. По воздуху тоже вкал слился, но у него пятая база уже тут на золоте вовсюду бывает. Торчик что-то заплутал. 2-2 грейдинг доделались. Прирост еще приходит, надо ли, блин. Надо ли аккуратничать. Спасибо еще раз всем за поддержку, пацаны, большое. Наши КСМ атакованы. Дроп от гуми еще не зашел совсем. Ну, кстати, не планетарку опасно ставить так. Ну, Оптимус победил, ребят. Неожиданно, но факт. Но это только первая карта, еще две будут. Как-то полегче вроде не стало, а то что-то аж чуть не заснул, блин, был момент такой просто. Так, что у нас тут на Сбер что-то шевелится. Спасибо, ForGG, тыщеночка на Сбер, вижу, залетает. По-моему, пятишка уже была как-то. Спасибо всем за поддержку, ребят. В общем, вторая карта у нас. Скоро, надеюсь, чатики настроены. Не надо будет вручную отбивать это все дело.
все, ребят. Илы круги там нарезаю вдалеке. Такого никогда не видел. Сейчас погодите, посмотрю. Улучшение командного центра завершено. Бля, ну-ка, ребят, прикиньте, пожалуйста,